Сегодня в Таганроге, как и по всей России, отмечают 37-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В результате техногенной катастрофы был разрушен ядерный реактор, вследствие чего было загрязнено более 160 тысяч гектаров территории Советского Союза. Пострадало около 5 миллионов человек. Загрязнено радиацией почти 5 тысяч населенных пунктов. Каждый год 26 апреля в Таганроге у памятника жертвам радиационных катастроф проходит митинг памяти. В нем принимают участие ликвидаторы Чернобыльской аварии, их родственники, руководители администрации Таганрога, представители общественных организаций и молодежь. Председатель городской думы Таганрога, глава города Инна Титаренко, выступая перед собравшимися, напомнила, что из нашего города на ликвидацию Чернобыльской катастрофы отправилось более 500 человек, и каждый третий из них не вернулся домой. С честью выполнили свой долг. Но сегодня мы вспоминаем о том, что каждый третий тогда не вернулся домой. А те, кто вернулись, вынуждены были, должны были каждый день бороться за свою жизнь, за свое здоровье. И мы сегодня низко кланяемся вам, дорогие ликвидаторы аварии. Благодаря вам последствия катастрофы были намного меньше, чем они могли бы быть. И мы всегда должны об этом помнить. Помнить о том, что люди ценой своей жизни защитили и сохранили жизнь других людей. Мы думали о том, что уроки той катастрофы мы выучили твердо, выучили навсегда. Но оказалось, что нет, и сегодня мы с замиранием сердца и с большой тревогой смотрим на новостные сводки из района Запорожской АЭС, где неонацисты хотят снова устроить радиационный коллапс не только для жителей России, Белоруссии, Украины, но и для всего мира. И сегодня нам действительно нужна именно победа для того, чтобы положить конец этим попыткам, для того, чтобы навсегда возобладал здравый смысл, вера в жизнь, любовь и уважение к жизни других людей. И для того, чтобы, наконец, был положен конец и поставлена точка в любых политических интригах и положен конец любому политическому головотяпству. Дорогие ликвидаторы аварии, огромное вам спасибо за ваш неоценимый совершенно подвиг, за ваше мужество и любовь к жизни. Я хочу вам пожелать долгих-долгих лет жизни, здоровья, оптимизма. А мы всегда будем рядом с вами и будем вечно помнить именно тех, кто пожертвовал своей жизнью для того, чтобы жили мы с вами. Со словами благодарности за подвиг, совершенный нашими земляками в Чернобыле, выступил заместитель главы администрации Таганрога Валерий Зелинский. В 20 веке произошла беспрецедентная по своим масштабам техногенная катастрофа, авария на Чернобыльской атомной электростанции. Ну, словами, конечно, описать эту аварию, наверное, невозможно. Конечно, и лучше меня знаете, что произошло. Одно могу сказать, что если, конечно, не вы, то даже трудно себе представить, что как бы, в каких условиях жили бы сегодня, наверное, наши дети, наши внуки. О своих товарищах, которых уже нет живых, вспомнил и председатель Таганрогской городской общественной организации инвалидов «Чернобыль» Александр Кошман. В завершении митинга таганрожцы почтили память погибших чернобыльцев минутой молчания и возложили цветы к памятнику жертвам радиационных катастроф.